Стартовал прием заявок на участие в Северном соцветии 2021. Это ежегодный городской смотр-конкурс. Проводит его с 2015-го. Цель – благоустройство Магадана. Поучаствовать могут физические лица, инициативные группы жителей, территориальные общественные самоуправления, юридические лица, независимо от организационно-правовой формы. В этом году будет 7 номинаций. Проводят конкурс в 3 этапа. С 20 мая по 30 июня 2021 года прием заявок на участие в смотре-конкурсе. С 1 июля по 27 августа работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территории. С 30 августа по 29 октября определение победителей. Заявки на участие принимают до 30 июня в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана.